привести. Да, мы вам нужен мужчина. Какой? Самый высокий кавалер. Идите ищите у вас. Мужчина самый пышный шевелюр. Ищите у вас. А у меня самый представительный мужчина. Пожалуйста. Нет, у вас мужчина, мужчина. Девочки мужчин ведут. У вас? Самый энергичный кавалер. Идите ищите. А у тебя дама? Пышная, в большем образовании. Это два ПТУ сразу, пожалуйста. У кого два ПТУ? Привели хорошо две пары внизу. Нету, дама тебе нужна. Итак, давайте знакомиться. Леночка, музыка вниз. Итак, кто же у вас? Как же я? Покажите энергию. Интересная энергия. У вас дама с двумя высшими образованиями, правильно? Не оконченными, самое главное. У вас? Самый высокий кавалер. Вижу, очень хороший высокий кавалер. У вас? А у меня самый представительный и эмбазантный. Конечно, я думаю, вы начальником работаете где-то по-любому. А у вас? Мужчина самый высший шевелюр. Пышная, красивая шевелюра, отлично. Теперь я попрошу каждую пару. Мальчика, микрофон. Чуть-чуть повернитесь друг к другу, глаза в глаза. Итак, будем здороваться. Пожмите левую руку 4 раза. Запоминайте все. Раз, два, три, четыре. Теперь правую. Раз, два, три, четыре. Можно уже левую опустить. Можно здороваться не только руками, но и локотками. Давайте 4 раза. Раз, два, три, четыре. Молодцы. А можно здороваться бедрами.